Добрый вечер, уважаемые жители. Вкратце расскажу о итогах проведения общегородских благоустроительных работ. В соответствии с распоряжением правительства Москвы от 1.03.2016 года и распоряжением префектуры Южного административного округа, в городе Москве на территории района Нагатино-Садовники с 1 апреля по 30 апреля был проведен месячник по весенней уборке и благоустройству территорий. И также было проведено два массовых общегородских субботника 16 апреля и 23 апреля. В рамках месячника были проведены работы по обрезке деревьев, пригребанию газонов, ремонт малых архитектурных форм, ремонт спортивных площадок, детских площадок, приведение в порядок чердаков подвалов, ремонт урн, ограждений, дорог, ремонт покраски контейнеров, площадок и контейнеров, промывка дорожных знаков. Также были проведены работы по приведению в порядок строительных площадок, промышленных зон и гаражных комплексов. Был вывезен мусор в общем объеме 4,2 кубических метров.